Сегодня у нас 5 июня 2018 года. Приехали у нас Рося и Нестор. Мир вам! Мир тебе, Нестор. Даже со своей охраной приехали. Ночью будете спать хорошо. Хорошо. Хорошо, что хорошо. О, пёсик, пёсик. Что ты, Нестор? Каши мало ешь. Очень тяжелые. Что-то наложили там. Да ничего особенного. Каменного. Только вещи первой необходимости. Неси, Нестор, неси. Потом за следующей сумкой дадешь. Нестор, на отмостку ставь. На отмостку ставь. Сегодня прибыли. Василий Грицов. А там на солнце белое что лежит? Где? Вон, мешок какой-то. Ну-ка, ребята. Нестор, иди забери там мешок. Ну там где конура перед окнами. Конуру надо вытащить будет, а обиходить его. Чтобы от непогоды. Даля звать, Даля. Даля. Куда? Ты сейчас не отпускай никуда его. Он убежит. Прилетали? Нет. Нет, ты сам перейдешь к нему. Но. Одного не оставлять. Давай, иди делай там. Я пошел тогда домой. Все, с Богом. Прости, ты куда? Ей одной-то можно зайти в дом-то? Можно. Можно. Можно, дови... можно. Доверяю тебе, Росине. Она уже наша, все. Почему я отсюда не взялась? Все, что самое необходимое только. Ну все, там увидишь, там две постели заняты. А вот видишь. Ну, взял, слава Богу.